Тропинка узкая лежит передо мною. Вокруг темнеет ночь, и грудь сжимает страх. Но мысль одна ведет меня к покою. Я твержу себе, я в Божьих руках, я в Божьих руках. Когда уныние мне сердце посещает, нет радости ни в чем, и слезы на глазах. Одна надежда душу согревает. И я повторяю вновь, я в Божьих руках, я ж в Божьих руках. Порой сомнение мне душу омрачает, что Бог не слышит, мне внушает враг. Взор к небесам тогда я устремляю и говорю опять, я в Божьих руках, я ж в Божьих руках. Взор Иисуса сердце ободряет и гонит прочь сомнение и страх. Покой и радость в душу мне вселяет, Бог утешает. Ты в моих руках, иди, не бойся, я с тобой. И вот тебе моя десница, под нею можешь ты укрыться. Иди, не бойся, ты со мной. Тогда воспела радостно душа, и сердце, и счастье в сердце мне тогда вселилось. С Христом Иисусом жизнь так хороша, душа моя восторженно молилась. Мой Иисус, как благодарна я Тебе, что жизнь мою наполнил Ты собою, и в трудной жизненной борьбе на помощь мне спешил с любовью, и что в пути меня не оставлял, и в радости, и в горе был со мною тоже, и милостью своей благословлял. О, как прекрасна жизнь с Тобою, Боже! Аминь, слава Богу!